Так. Клик треди. Там никого нового не добавляли? Звездный лорд. Клик треди, нажми. Да, нажал. Ладно, похуй, гу эту мапу поебать. Блин, тут по скиллам делятся. Почему нету самым популярным просто? Блин, ну я хочу на ком-нибудь, на ком я не буду дохнуть с корита. Ты как считаешь? Фух. Четко. Да жарко что-то, не знаю, что-то хуёво себя чувствую. Я говорю, я думаю, это, кого-нибудь, на ком я не буду дохнуть с корита. Ты как считаешь? Это может быть любой персонаж. Любой. Да-да. Главное запомнить, что... Как он, в третьем акте надо отбегать от человека, он разрывается. Я забыть. Помню об этом. Не, это тяжело забыть. Такую хуйню. На трешке гул. Блин, может мне тоже за мага сыграть? Я никогда не играл. А что за Blade Fury? Валим. Это первый скилл Джекера. А что за скилл в бое? Возможно. Это что-то похожее. Я открыл. Просто поиск, скорее всего, Гейн еще будет. Значит, Валандруха, наверное, будет. Нет, до троечки не долетаю, кстати. Джу в курсе. Угу. Очень слабо. Я тут мотак вижу, я на него. Очень слабенькие ребятулечки. Тут есть кто-то еще вообще? Тут никого нет. Изи. Говорю, что-то какое-то ебаное состояние. Мне кажется, если бы я сегодня пошел в доту, то такая же хуйня была бы, как тогда. Слабо, куда ты едешь. Что, умираешь? Может быть. Но земля мне пухом, значит. Филс Бэтмен. Минус стример. Возможно, это последний стрим в моей жизни. Да, как будто, блядь, температура. Ну что, заболел просто? Не думаю. Вообще, догадываюсь, чем это может быть связано. Она очень дохуя жил по ебаному режиму, сейчас поменял его. Резко так. Возможно, в этом дело. Обычно наоборот все.
Ты должен полегчать. Нет. Всегда хуёво, когда меняется режим. Ну ладно, ты просто старый уже, и все. Успокойся. Просто что-то у тебя это... сломалось. Так, механик. Механика сломался? Я это еще хуйня какая-то. К тебе. У меня тут близко. Прям ко мне приехал. Ну ебани его. Бля, надеюсь, не сдохнешь. Если получится, может, оружие. Если сдохнешь, я в тильте буду. За стеклях. Я за стеной. Дамаш тут. Ладно, я понял. Тут, походу, я бегу. Давай. Не бронит. До сих пор стекляхой? Ко мне в дом зашел. Так, нет, он, походу, один был. Ты Сорок. Убил? Что потребовал? Да-да. Бля, вот я знал, что это случится, я просто знал, всегда, такое дерьмо. Ты, блядь, бежишь. Ну и чё ты, блин? Да умер, что ли, или чё? Ну, проёб времени. Ну охренеть, я мавкрой всё равно. Хоть облутайся. Я мог сдохнуть так-то. Как, если ты сидишь, да? Сидишь, чекаешь лестницу. Не рыпаешься. Всякое бывает. Ямочки подъехали. Так чё, Ваня в папк зашел или чё? Или ты рофлишь? Ну, заходил в папку, да. Так а чё, ты не спросил, у него будет ли он? А ты чё? А я чё? Ты ж сказал, что... Ебать, жалко, кекс нет на стриме. Тридцатка бандажей? Тридцатка бандажей, да, подъехал. Не, если как бы вы с Ваней поругались что-то там, то как бы это... Чего это? С ним играть. Так скажи. Не, играть можно, но напиши ему. После последней катки в папку не очень хочется с ним общаться. Что-то блевануть хочется, не знаю почему. Может, ты это забеременел? Может, у тебя башка кружится? Не кружится, а болит. Ну, в смысле, у тебя кружилась башка или что-то? Отключалась вообще? Хуй его знает. Погнали в круг или что, ебать? 34 человека, балдёж. Чё попоя качается? Половина. Блин, а я, кстати, не знаю его, я не... Погоди. А у меня тоже половина, 5 минут осталось. 34 человека. Ну да, прикольно, кстати. Ну, блин, тут надо реально аэродропы, типа, кататься вот это. А мы в круге, да? Да, мы в круге. Ваня написал нет, я спросил поч, он ничего не отвечает. Понял.
Бля, погоди, я сейчас лягу в доме, пока мы в круге все равно пойду блевану. Пьюк. Здесь саба лирика. Лирик пьюк. Или просто пьюк. Так, тут залутано, what the fuck? Короче, надо пока билд искать. Чел-то тут? Ты блеванул там или что? Чел. Алло. Блин, что, нафидел, что ли? IRL? Походу, бой не будет.
покажу. Так, что мне надо? Это, это. Сука, выкинься. Слава богу. Нормальные челики. Реально нормальные. Качественный лут. Алло, чел, ты где там? Алло. Я ты сейчас кончу же. Круг пошел, кайф. Ладно, ждем, короче, этого чела чутка. Если что, едем. Без него. Правильно? Он круг вроде недалеко. Блин, реально 3-2-2 RX Nexus. Или может это? Может это ему поможет раздуплиться? Все, походу, ГГ. Капец, конечно.
Ребята, а у игры есть что-то интересное значит, там по луту? Напишите, плиз. Или нет смысла его лутать? О, привет, поднимешь? Здорово, Игорь. Да, подниму. О, заебись. Как дела? Охуительно просто. Ты будешь чел лечить, челов будешь лутать там? Чё тебе надо вообще? Я там двоих убил. Хил нужен. У меня 8 аптек. Давай. У тебя есть? У меня 2. Короче, скидываю 3 аптеки, скидываю 3, 4, полностью бустуйся и погнали. Погнали. Можешь еще челов лутать, если хочешь, а не в троечках. Чё, блеванул что-то? Или чё? А есть иксовый? Нормально. Не знаю, там может быть. Пойдем посмотрим. Пошли посмотрим. Товарищ, садись. Давай. Тут, короче, прям на входе справа. Вот в этом. Лутать что надо, говорю. Я на работу. А, внутри? Ты куда ты пошел? Вот. Нет. А че они фидят? Ну, тут нормально было. Крякс X8 с глушителем, третий шлем, третий броник. Так что без обид. Тут иксовых нету нихуя. Погнали. Тут. Глушитель на эрку ты взял? Какой глушитель? Вот на мне прям. На мне просто лежит снизу. Третий, второй шлем, второй броник. Ты забустился? Да. Ой, я могу хилиться в тачке, ебать. Спасибо за донейшн. Чё, в пой не едем или чё? Да можно, я просто не факт, что буду стримить его. Не, если мне станет хуёво, то я, блядь, сори. Так а чё тебе? Ты бахнул чё-то или чё? Да ничего не бахнул. Повинил. Чё ты голос такой специально делаешь? Я просто хуёво. Как будто сейчас отрубишься. Понял. Блин, куда на лечение кидать? Хуй знает. Перед кругом похилиться. А почему я не всегда могу хилиться? Когда на кочке подпрыгиваешь, типа это? Отрубается? Да, 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 да. Нужно ром. Да, меняется. Так, я, короче, хилюсь. Хилься. Точно? Это шут? Это чё, шутка? Ну это стрим-снайперы какие-то. Это за кругом просто чело. Если они колеса сломают, я в очко их просто. Вижу одно. Готов? Ехать или что, я долго? Го-го-го. Окей, гол. Ехай. Далеко они были? Ну, близко, вот мы на них едем, типа. Давай, может. Тормознём, блядь. Я не особо за кругом хочу сидеть. Что, ты в сейве там? Да. Стекляхой, понял. Да, я думал, мы стеклянку типа зарулим и это. Ну, ты все равно раньше упал. Боже, ну и уроды просто. Просто уебки. И теперь я не убегаю, да, просто или что? Угу. Блин, я не хотел через руины ехать, сори. Как хрен знает где. Чисто 16 человек, чел за кругом. А кто тебя убил? Да хуй знает, я не смотрел на них. Просто это стрим-снайпер скорее. Всего. Знаешь, что я сделаю? Чё? Я сейчас стабнусь.